Привет, народ, с вами Андрей Чайкин, мы в походе. Наступила осень, вроде все нормас. Кажется, первый поход, осенний поход в Подмосковье. Сегодня какое число? Сегодня день города. 5 сентября. Вот. То есть получается, что сегодня у нас первый осенний поход. Вот у меня сегодня команда, как обычно. Хотя, как обычно, довольно долго был без команды в походах. Но сегодня у нас команда. У меня свой фанат. У тебя свой фанат. У тебя... Милая Дашенька. Ножки, ножки. А какие ножки у Даши? Даша лучшая просто. Даша самая классная. Да, я тоже, я согласна. Даша просто... Я тоже тебя люблю. Передай ему привет поклонникам. А еще с нами Маша и Саша. Давно не видели этих лиц, они давно не ходили в походы. Вот, даже решили поводочки возобновить. Эти... Да, решили возобновить. Рыжего покажи. Вспомнить. Старые рыжего времена. Покажи. И с нами новенький. Янька, привет. Приветик. А вот этот Назгул... Девочки, не отставайте, что ж вы так? Нет, все. А надо было раньше. Откуда это, а надо было раньше? Ну это из мемов в интернете. А. Ненасытные твари. Ты снимаешь, как мы топаем? Ага. Ну, снимай. О, тут кабанчик бегал. Рылся. Хрюндель. Мама, мама, я буду дома. Ку-у-у. Я теперь эту песню вообще не могу по-другому воспринимать. Обязательно... Есть по-другому? Конечно. Это же одесские куплеты. Помнишь, когда там фильм начинается? Там какой-то идет, типа, водевили, и эту песню поют. Поэтому они ее все время и гнали. А, слушай, реально. А, спасибо. Ой-ой-ой, крапива, аккуратно, опять крапива. Ой-ой-ой. Такая мышка пробежала сейчас. Спряталась под бревном. Лосиные мухи, они мерзкие, они вот просто гадкие. Да. А, подождите, у меня есть мешок, но такой маленький целофан. Нормально. Мы нарвались на целый выводок лисичек. Народ, мы нашли ведьмин круг. Снимай. Я снимаю. Видишь, они кругом идут. Вон там впереди. Магия какая-то. Плотные-плотные вообще банды такой. Что за грибы это, я не знаю. Мы вышли на стоянку. Пришли? Ага. Все, вы пришли? Все, да. О, это такие же грибы, как... Я не знаю, что это за грибы. Где ты стоишь, Генрич? Я вот здесь. Вот здесь вот еще одно место под стоянку хорошее, под палатку. Вот он. Вон там еще одно место под палатку. Вон там костер. Вот сюда. Вот мы сюда. Да. Все. Забейте.
Девочки, а где мы? Дашечка, что это? Ну уже не что. А что это так? Я хотел спросить, что это за гриб? Шурочка такая, больше не надо. Всем привет, давно не виделись. Мы пришли на стоянку. Нас опять задолбали мухи. Все как обычно, как будто бы из тундры не возвращались. Вот так вот. Сейчас обустраиваемся. Всем хорошего дня. Я не поняла. Я говорю, я хожу и ленюсь. Нет, я... Все работают, все лагерь разворачивают, а я хожу и ленюсь. Все, меня... ты имеешь в виду девочки? Ага, народ в поле. У меня, знаешь, такая версия... И что это за палка? Давай сюда. Я должен снимать. Это так, такая работа тяжелая, знаешь. Вот буду снимать. Чтобы цузы не снимали. Девчонки моментом организовали себе хату. Однушка под Москвой? Нет, это квартира-студия. Да. Да, так лучше. Угу. Вашему вниманию представляется Геныч в своей естественной среде обитания. Жопа убийца. Немного пораскинув мозгами и обратив внимание на то, давай, как туда. Окружающие собирают свои палатки, куда? Он приступил к аналогичному действию. Вот он собрал стойки. Даш, и пенетрирует их в кубрик. И шаг не ухал. Блин, как Вовчик сделал, классно вот это вот. Надо говорить теле-беле, надо вот так вот, чтобы высоко-высоко. На следующий день был чай из одной горсточки. Да-да-да, он нажахал туда. Это наша дача. Просто вот так вот. Кружки в кучу. Ура, чай! Ладно, то, что у меня вилка померла сама. Как ты хитро режешь лук. Бабушка. Да шутка. Ой. Ты вылезешь или тебе принесут? Лиснешь, так лень стала. Ой, Витя, ты как в будке сидишь. Рукавичка. Аккуратно засовывает чашку в свой палат. Как это с сигарой такой. Черт, как видишь, давай. У меня так бывалый такой. Слушайте, интересно. Галки. Твое лицо крупным планом. Крупный план. Ты будешь? Ну, я... Это печенька для зрителей. Это печенька? Для вас. Эх. Хорошо. Мясо жарит. Сейчас чтоб буду. Не было так хорошо. Я сейчас допью и буду жарить. Надо, жарить надо... сам Геныч. Да. Я только пойду сейчас эту самую сделаю мешалку. Ну, он можно сделать из полежки. На этой доске я резала сырое мясо, чтобы ты знала. Ну ничего, там же все идет в одну кучу. Обработка. Тамбур. Нет, я не про то. Я про то, что Маша кушает морковку. Я рюкзаки, короче, я не знаю. Ну, морковка со свинюшкой нормально, Машка, да? Бычий цепень там. Или бычий цепень свиньи. Селитер. Селитер в свинье. Даш, правильно? Честно, я не шарю. Это который такой длинный. Ты это учишь? Мировой рекорд 15 метров. Нет, да. Это вот бычий цепень какой-то. Есть свиной. Нет, солитер. Свиной, да? Блин, я не знал. Доктор Хаус смотрели? Да. Обожаю эту серию. У Доктора Хауса самое, вот мне так впечатлило, когда мужик смотрел в зеркало, у него червяк такой ползал. А, по глазу, да. Да. Фу, это ужасно. Да. Там была еще классная серия, где они, короче, начали уже пилить труп, а он оказался не труп. Вот это я не видел. Мне, короче, все, готово. Если что, меня зовут. А, вода вот стоит сейчас, попозже начнет. Мне потом понадобится интернет. О.
Это вход. А, прошу прощения. Пьем чай. Это что, лечебный. Ты что, спалил всех? Саня. Пьем чай, хорошо. Солнце мое, гляди на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Сейчас еще одна будет. Какие эмоции, какие сюжеты. Еще чуть-чуть и посыпятся звезды. В кармане медленно тают конфеты. Мы понимаем, что это серьезно. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Начинается. Ты занимаешь меня за живое. Давай сейчас, а потом еще ночью. Ты будешь рядом, ты будешь со мною. И между нами любовь — это точно. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. А все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Ой. Ай, ай, там батыр. И шахтуха. А это откуда? Вкуснятинка. Весь покусанный, но довольный. Ой, так. Ну, все в порядке. Можно смотреть бесконечно на три вещи: как горит огонь, как Геныч ковыряется в свекле и как Леня подбирает аккорды. Значит, сначала си минор, потом си мажор. В моем рюкзаке пару маек разбил. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не буду таким, а значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в кайф. Я выбираю жить в кайф. Я выбираю. Знаете, только не что-то вроде неплохо, но чуть-чуть бы. Что это? Вот капельку бы поменьше, вот под, был бы прям вообще огонь. Так ты же сама добавляла. Нет. Я добавлял. Че, перца? Давай я тебя разбавлю соевым соусом. Че, соевый соус есть с собой? Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем в полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Нет лес, сколько тайны у небес. Может, ведает река, сколько слез в облака.
Доброе утро, друзья. С вами Андрей Чайкин. Народ у меня дрыхнет еще. Хотя уже, наверное, 10 час. Ну, как говорится, дело молодое. Ну, а я хожу, снимаю лес в начале осени. Классно. Народ спит, а я есть захотел. Буду завтрак готовить такой. Из серии экспериментов, которые я задумал. Я тут изменения сделал в своем жирном мешке. В общем, назревает серия экспериментов. Я тут сгенерировал два вот таких пакета. Это еда на 4 дня. Ну, так достаточно, конечно, аскетично. То есть здесь только ужины и завтраки. Вот, по идее, как бы предполагаю, что бомбочка и чай с кофе будут отдельно. Но, народ, вот это вот 4 дня, 200 вес. Ой, вот это вот, так, запас на 4 дня, вот, весит килограмм 100 грамм. Вот, какие-то я смеси уже пробовал, какие-то для меня чистый эксперимент. Вот, я пытаюсь сделать вот такой вот. Раскладки уже делаю с весны. Вот. То есть тут смысл какой? Здесь все уже собрано, лишнего ничего, все взвешено. И вот это вот, допустим, овсяная каша, завтрак. Вот. Кстати говоря, самая такая спорная для меня вещь, потому что я овсянку не очень люблю. Вот, я ее ем, конечно, да, но вот как-то. Нет, она мне даже нравится, но тут проблема такая, я считаю, что она не питательная. То есть через там пару-тройку часов после вот такой каши ты есть хочешь снова. Вот. Поэтому я ее, наверное, сейчас и приготовлю. Потому что я знаю, что у меня тут есть девчонки, которые любят такую кашу. Если что, я их, кажется, всегда смогу скормить. Вот. Вот. Ну, в общем, у меня сейчас мысли такие, что надо будет попробовать, может быть, в каких-то походах все эти смеси, насколько они эффективны. Стоит ли вообще на это тратить силы и время? Потому что если так прикинуть, 8 дней похода, на 8 дней взять 2 килограмма с небольшим хвостиком, ну это в принципе хорошо. Приступим. Кастрюльки. Котелки. Две вот такие кружки воды. Ну все, вода закипела. Ну что, момент истины. Вываливаю. И размешиваю. Ну теперь просто надо дождаться, пока сготовится, мешать, ну и потом попробуем. Ну вот уже видно, что, наверное, две кружки воды много, надо полторы наливать. А так в целом выглядит неплохо, ну, похоже на овсянку, по крайней мере.
жидко, жидко вообще. Будет, буду упаривать. Всем доброе утро. Сегодня я буду пробовать... Дедыч, что я буду пробовать? Овсянку. Овсяную кашу, как в виде сухпайка. Да-да-да. Дашка у нас главный эксперт по овсянке. Я люблю овсянку. В отличие от меня. А с чем она еще? Ну, попробуй, скажешь. Корица. Очень вкусно получилось. Там сухое молоко, да? Да. Корица, овсянка, сухое молоко, сахар. И изюм. Изюм? Ну, изюм там надо, наверное, вылавливать, правильно? Вылавливать, да. Но изюм я еще не добрался. Мне нравится. Мне нравится вкус. Все, отлично. Так, сейчас вторую Дашу попробуем. Ну. Я в это время вылавливаю этих самых лосиных мух из головы. Ну давай, они тебе задержат. Идут съемки. Даша пробует вкусную овсяную кашу, Геныч ловит лосиных мух в башке. В лысине. Да, ну как. Вообще можно просто в овсянку добавлять, ну, корицу там, не знаю. Не, на, понимаешь, задумано как, что для большой команды это не вариант. Вот такие вот укладки. Пакетики. Да. То есть вот такие укладки для большой команды это не годится. Потому что ты задолбаешься делать на всю команду, на каждого человека, ну, да. Представляешь? А вот если идет одиночка, двойка, там тройка, да, два-три человека. Вот, это, по-моему, очень-очень здорово, потому что очень быстро... Просто добавь воды. Ну да, ну в данном случае в кипяток, высыпи в кипяток. И когда тяжелый переход, ты можешь быстро, быстро все приготовить. Да, очень вкусно, мне очень нравится. Слушай, а ты завтраки только сладкие сделал или... Нет. Все завтраки? Все завтраки, кукурузу. По стандарту. И кукурузу тоже. На кукурузе у меня есть. Подожди, а ужины как же ты делал? Вон они лежат. Тоже там рис. Нифига себе. Это новость. Даша, она вкусная. Да. Переложку. Да, Даша. Даша сходу грипп находит. Надо использовать, проводить это утро. Мне нравится такой. Аппендель забыл, что мне сейчас. Так, эксперт номер два. Ну сейчас я буду долго дуть. Ну, ну подумаешь. Она что, с корицей? Да. Ну тогда все, можно съесть. Вкусная сладкая каша. Это на самом деле от до шутки это великий комплимент, потому что вытянуть из нее. Геныч, ты молодец! Это невозможно, да? Геныч, ну ты правда молодец. Напросился. Ну хорошо. Тебе нравится. А в чем заключается сублимированность этой каши? Сублимированность, это пакетированность скорее. Ну, то есть просто теперь она не из бутылки, а из пакета. Ну да, тебе не надо собирать ее в котел, она уже расфасована, все ингредиенты отмерены, и просто высыпать. На одну персону, конечно. Да, на одну персону. Если вот два... Ну, тут солидная должна быть персона. Ну, а овсянка деньги на ветер, это ж... Не, ну слушай, такие порции овсянки меня устраивают. Каша вылетает сразу с полоборота. Она же, как говорится... Ну такая. Вообще это я на себя порции мерил. Мне нравится и на меня, честно. Вот после того, как мы в тундре просто я ела всю, все вообще абсолютно. Вот сладкая каша, это прям такая порция сладкой каши для меня это божественно.
Подрулили еще два эксперта. Эксперт. Экспертиза нужна. Да. Сейчас все корицу кашу я одобряю. Да, Даши сказали, что потянет. Угу. Это изюм? Или что это? Или сушеный вишня? Это каки этих самых хомячков, джингарики. Приятного аппетита. Козикаки, слушай. Козикаки, да. У нас муравьи ползают. Они везде. Тут вокруг везде их дом. Да. Так что... Мы вломились к ним, да. Вкусно. И корица, корица офигенно. Да, корицу я одобряю. Мы купили эту корицу, помнишь, перед тундровым походом. Я ее забыл. И потом, да. Я такой, блин, мы купили корицу. Я такой, да-да-да, я ее возьму. В овсянку. В овсянку будем класть. Я такой, я забыл корицу дома. Так. Ну ладно, если девчонки все-таки говорят, что овсянка хороша, значит, хороша. Даш. Поверим. Поверим, да. На слово. Да, поверим на слово. Вот, включаю камеру и тоже буду жрать, а то они сейчас все схомячат. Да, можем. Я знаю, но можно хотя бы попытаться. Попытка, не пытка. Красный перец. Правда, товарищ Берия? Кофе. Я не вижу, так опусти. А то это бы тебе реально бабахнуло, так что мало не покажется. Все. Чем бы, блин, таким измешать? О, благодарю. Ты себе тоже насыпал? Ага. Хитрый. Надо попробовать. Круто. И сахалини специи намочили, потом стояли сушили у костра, пока ты не поругаться. Да, это лучше. Точно, я помню. Вау! Вот это хорошо. Погреет меня сейчас нормально. Неправда. Слышишь, простуди Филис. Да, попробуй. Я не хочу. Попробуй. Он там не сильно, там чуток. Кто-нибудь попенделите, а то он уже все. Да честно, нет. Я вообще не... Почувствовала? Ну, они просто... Это же чили. Потому что он дымит, от того, что долго сохнет, а так он быстро дымит. Ну, мы собираемся с лагеря. Сейчас уходим, сейчас уже где-то примерно, сейчас сколько? 5 часов где-то вечером. Без 14.6. Да. Нам было очень лениво, поэтому мы телились, и вот до 6 вечера дотелились. Вот, так что мы почти собрались и скоро уходим. Всем пока. До скорых встреч. Все, седлай. Как тебе, Дашка, крапивка? Дашка застряла в крапиве. По лицу прям, она выросла, да, со вчерашнего дня, с мой рост она выросла, понимаете? Прям по лицу вот так вот, неприятно. Ну да, да, я помню, что были так. Много очень лосиной мухи. Ну, осень, полагается. Девчонкам тяжко, они в волосы залезают. Но противно, все равно они по телу бегают. Не кусаются, просто маршируют по тебе, как шестиногая тварь. Отвратительно. Солнышко уже заходит. О, сколько дождевиков наши увидел, уже сегодня вылезли. Вчера шли, их не было. А то бы собрали. Дождевики я люблю, вкусный гриб.
заварим чай. Он скоро станет вкусным. Раз сидишь, не скучай, а то случайно станет грустно. Куда ни посмотри, везде зеленым светом природа молчит и догорает нашим летом. Это не сон и не припадок бреда. Поход прошел, всем спасибо за это. Домой все придут и рассуждать станут люди о том, как хорошо в новом походе будет. Все говорят, а мы поем до заката под звуки костра. На природе мы будем рады. И время уже за три, и солнце все больше скрывается лесом. И природа молчит и догорает нашим летом. Это не сон и не припадок бреда. Проход прошел, всем спасибо за это. Домой все придут и рассуждать станут люди о том, как хорошо в новом походе будет.